Привет вам, дружочки и корифаны. После всего того, что я сделал с этим замечательным генератором, я просто не мог... Нет-нет, не жениться на нем, а не попробовать его в качестве старой знаменитой самоделки, которую я когда-то делал и показывал, в качестве Wi-Fi для сотового телефона. Wi-Fi, который передает радиочастотой музыку сотового телефона на старый радиоприемник. Это будет очень коротенькое видео, мы просто попробуем, послушаем и больше ничего делать не будем. Если раньше я просто применил амплитудную модуляцию и мне не очень понравилось, эдакая извращенная радиопередача у меня получилась, то сегодня я решил вернуться к старой моей схеме модуляции подобных генераторов и использовать именно ее, потому что она мне больше нравится, она лучше всего у меня работает. Ну что ж, давайте включим радиоприемник в самом загаженном диапазоне ДВ, длинные волны, там очень много помех. А теперь запустим телефон и нажмем гашетку. Диапазон достаточно узкий. Вот где-то здесь, на вот этой волне, лучше всего ловится и звучит. Дальность, конечно, не дикая. Так, сейчас потише сделаю. Дальность, конечно, не дикая, то есть на расстоянии 5 метров ловит замечательно и хорошо. Ну а что нам больше всего от Wi-Fi и надо? Рядом телефон лежит, батареечка работает, радиостанция передает. Наш приемничек замечательно громко и чисто играет. Заметьте, играет чисто. Ну а на этом все. Пока. У меня все замечательно получилось. До новых встреч в эфире.